Здравствуйте, все зрители моего канала. Сегодня у меня три посылки с AliExpress. И сейчас мы откроем их по очереди и посмотрим. Ну, давайте, наверное, с самой маленькой. Здесь пришли реснички. Реснички пучками. Вот такие вот они интересные. Давайте откроем. Ой, коробочка немножко сломана, к сожалению, очень жаль. Но реснички очень мягкие, такие вот как настоящие. Очень хорошие реснички. Будем пробовать наклеивать. Все делают себе такие реснички, надо попробовать и мне. Я, правда, уже один раз пробовала, но по одной ресничке мне внучка клеила. Мне что-то не очень понравилось. Но вот, а может быть, вот эти вот, их надо будет меньше наклеивать. Одну штучку приклеишь, и уже сразу их будет много. Так, что у нас дальше? Вторая посылочка. Это пришла вот такая вот, не знаю, как ее назвать, губка, мочалка. Ну, губка, наверное, для посуды. Для мытья посуды. Силиконовая. Ну, заказывала я ее, конечно, розовую, потому что это мой любимый цвет. Очень мягкая, очень приятная на ощупь. Вся такая вот такими вот... как щеточка с одной стороны и с другой стороны. Есть вот такой вот хвостик для того, чтобы ее можно было, если нужно будет, повешать. И очень приятная такая вот, прямо такая приятная-приятная. Ну, посмотрим, как она будет в действии. Хорошо ли ей мыть будет посуду. И последняя посылка. Это бюстгальтер пришел. Сейчас посмотрим, какой он тут. Ой, как он запечатан хорошо, заклеен. Вот такой вот симпатичный. Здесь такая вот интересная сделана дырочка с бантиком и со стразиками. На синтепоне, но без таких вот очень толстых подушек. Все так вот хорошо сделано, аккуратно. Я не вижу, чтоб особенно нитки торчали. Ну, вот тут вот чуть-чуть есть, но это не критично. Шлейка регулируется. Боковая часть очень нежная, мягкая. Хорошо тянется на три крючка сзади. Очень удобная будет, да, я думаю, вещь. Вот такие вот три у меня посылки. Девочки, если нравится, я обязательно вам оставлю ссылочки на все. Сможете себе заказать. Ну вот и все. С вами была Галина.